Москва, стадион «Луч», третий тур медийной футбольной лиги. «Стармикс» против «Матч ТВ». Интересная вывеска, потому что это команды оттуда, с самого дна турнирной таблицы медийной футбольной лиги. И это матч, в котором обеим командам, ох, как сильно нужна была победа, чтобы в целом помечтать о выходе из группы. Итак, «Стармикс» против «Матч ТВ», это интересно. Интересно, что Константин Генич в составе «Матч ТВ» в основном составе. Обратите внимание, номер 22, как у любимого футболиста Кости Генича Артема Дзюбы. Но началось все вот так. Алексей Медведев, легенда другой команды, «Стармикс», забивает уже спустя полминуты после начала матча. Шикарная передача с левого фланга в исполнении Антона Волкова. И там не было офсайда. Судья смотрел все это минут 5, но точно принял решение верное. Не было положения вне игры. Костя Генич, классный исполнитель стандартов, но не попал в свой момент. Дальше была попытка со штрафного у Ильи Миронова, футболиста «Стармикс», но он тоже не попал. Николай Бояркин знатно растерзал оборону «Матчного» в этом матче. Но он был очень опасен. Опасен был и Костя Генич. Еще один его удар. И здесь показалось кому-то, что мяч пересек линию ворот. И поэтому судья и пересматривал этот момент отдельно на VAR-мониторе. Но там все на повторах было видно, что все чисто, что гола там не было. Поэтому счет остался прежним 1-0. Чуть позже «Стармикс» забьет еще один гол. Вот так это случится. Проникающая передача, все по уму сделано. Выход на ворота и 2-0. И 2-0 забивает в составе «Стармикс» Муслим Баматгареев. У него на футболке все написано гораздо проще. «Иркут». «Иркут» сделал счет 2-0. И именно «Иркут» помог команде забить третий гол. Его проход помог бы, если бы вот здесь реализовал партнер по команде. Но чуть позже другой проход и навес замыкает Дмитрий Сарайкин. Головой под перекладину для Дмитрия Сарайкина. Это еще не конец в этом матче. 3-0. И это конец первого тайма только. Вы представляете, «Матч ТВ» выходил на эту игру после 0-8 от «На спорте». И нужно было максимум выдать всех своих возможностей. Но в итоге 0-3 к концу первого тайма. Второй тайм стартовал вот так. Ошибается футболист, ошибается оборона в целом даже, да? «Стармикс», дальше Гришаев. Ягарашев, точнее, выходит на ворота, обыгрывает Чеха и посылает мяч в пустые ворота. Здесь было очень опасно немного для «Стармикс» в том случае, что если бы Алексей Житников коснулся мяча рукой, в этом случае «Стармикс» получили бы и удаление, и пенальти. Так что здесь даже повезло, что Житников не дотянулся рукой. А зато дальше все пошло как по маслу. Еще один проход. Абрамова на этот раз левым флангом. И Илья Миронов забивает гол. Ну, практически уже в пустые ворота, закатывая мяч. Со штрафного не получилось, но вот сблизи Илья Миронов своего добился. Костя Генич выходил временами на поле, старался, бился во втором тайме тоже. Команде нужно было честь свою защищать, а вот это Николай Бояркин. Николай Бояркин, о котором я говорил, что он мучил оборону «Матч ТВ». Ну и вот, собственно, посмотрите, как красиво он, да? Как это красиво было сделано. Здесь немножко повезло с отскоком, безусловно. Но Николай Бояркин свой гол заслужил в этом матче. Не позволил добежать Алексею Медведеву, легенде российского футбола. Но вот реализовал сам свою возможность. Медведев мог еще раз забить. Посмотрите, да, какой красивый удар шел. В правый верхний угол мяч попадает в перекладину. И Дмитрий Шатохин, который выручал команду, хоть и пропускал, в концовке привез. И об этом нужно говорить, конечно, так как и есть. Ну, смотрим еще раз. Ничего здесь не предвещало беды, но Дима Шатохин сделал пас точно на Дмитрия Сарайкина, который и забил шестой гол «Стармикс» в этом матче. Дмитрий Шатохин извиняется перед партнерами, а главный арбитр матча, у которого в смысле судейства был не самый тяжелый матч, дает финальный свисток. 6-1. Первая победа «Стармикс» на этом турнире, с чем мы ее и поздравляем. Ну а матч... Держитесь, пацаны.